Всем здравствуйте! Алексей Максимович Пешков. Маленькие, нудные людишки ходят по земле моей отчизны. Ходят и уныло ищут и место, где бы можно спрятаться от жизни. Все хотят дешевенького счастья, сытости, удобств и тишины. Ходят и все жалуются, стонут серенькие трусы и лгуны. Маленькие краденые мысли, модные красивые словечки, ползают тихонько с краю жизни, тусклые, как тени, человечки. Всем спасибо.